Акция «Георгиевская лента», раздача символических ленточек в преддверии Великой Победы объединяет весь праведный мир в борьбе с фашизмом. Студенты Югостинского государственного университета активно подключаются к акции «Георгиевская лента». Перед головным корпусом ЮГУ члены студенческого совета с удовольствием раздают ленточки, в ответ получая благодарности и пожелания мира и процветания. Весна 45-го года. Как ждал тебя синий Дунай. Пока живы, помним, говорят молодые люди о великой победе дедов и прадедов в войне с коричневой чумой. Георгиевская лента вообще обозначает символ победы в Великой Отечественной войне. И в целом для меня тоже георгиевская ленточка – это символ победы в войне над фашизмом и в победе. Каждый год нам раздают ленточки в знак победы над фашистской Германией. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов с этим великим праздником. Желаю им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Парням, которые сейчас находятся на Донбассе, хочется пожелать, чтобы они поскорее вернулись к семьям, которые их очень сильно ждут. У меня у самой там находится брат, которого я очень сильно жду. И хочется всем пожелать того, чтобы они вернулись все живыми, здоровыми, тем людям, которые их сильно любят и ждут. Заместитель декана естественных наук и психологии Мадина Газаева отметила, что данная акция сегодня – моральная поддержка ребятам, которые на Украине выполняют спецоперацию. Эта ленточка очень важна для всех, я думаю, думающих людей. Она символизирует победу и, я думаю, служит определенной какой-то помощью нашим ребятам, которые сражаются в Донецке. Мы всегда думаем о них, молимся. Надевая эту ленточку, мы посылаем им нашу поддержку, нашу любовь, желание скорейшей победы, потому что это символ победы, и мы победим.